Традиционный общегородской новогодний праздник прошел 26 декабря в ОСЦ «Юность». Хотя сам праздник был не совсем обычный. В этом году режиссер-постановщик Светлана Король предложила гостям встретить Новый год в аэропорту. Открывали торжественное мероприятие танцем «Зимушка-зима» в исполнении народного хореографического коллектива «Климовчанка». Неожиданностью для всех был отчет за проделанную работу. В этом году организаторы нарушили традицию и вместо речи из скучных диаграмм с цифрами показали фильм, изготовленный телекомпанией ТВК. Глава города Владимир Иванов искренне от всей души поздравил климовчан. Дорогие климовчане, поздравляю вас всех с наступающим 2014 годом и Рождеством Христовым. Год 2013 был непростым для нашего города. Это был год напряженной работы, ответственных и трудных решений. Далеко не все проблемы удалось преодолеть, но город не стоит на месте. Климовск обладает большими перспективами и возможностями для развития. Уходящий год был не только трудным. Каждый из нас может вспомнить достаточно много приятных моментов. Я хочу поздравить с наступающим Новым годом руководителей и работников всех учреждений и организаций, работающих на территории города, и поблагодарить их за работу. Отдельные поздравления и низкий поклон нашим уважаемым ветеранам. Здоровья вам и долголетия. От всей души поздравляю наше подрастающее поколение. Молодежь города в 2013 году доказала, что она талантливая, творческая, думающая, спортивная. Вперед к новым вершинам. Я уверен, что совместная, слаженная работа власти, общественности, предприятий и учреждений, молодежи и ветеранов будет способствовать процветанию нашего города. Только благодаря объединению усилий мы можем добиться с вами положительных результатов. Уважаемые земляки, счастья, благополучия, здоровья вам и вашим близким. Любите своих близких, берегите, дарите людям улыбки, дарите только добро и никогда не будьте одинокими. С новым наступающим 2014 годом и Рождеством Христовым! От имени Совета депутатов выступил Павел Лаптев. Уважаемый Владимир Николаевич, уважаемые ветераны, дорогие климовчане, позвольте вас всех от имени Совета депутатов поздравить с наступающим Новым годом. Хотелось бы сказать всем огромное спасибо за те большие и малые дела повседневные, которые вы делаете на благо нашего города. С праздником! Выступление Ларисы Ивановой было трогательным и искренним. Впереди Новый год! Впереди у нас новые свершения, впереди у нас новые победы, трудности. Но тем не менее, у нас действительно замечательный и славный город. И наш город славен прежде всего людьми. Я хочу всех вас искренне поздравить с наступающим Новым годом. Пожелать вам здоровья, пожелать вам успехов, благополучия. Вашим семьям мира, покоя и счастья. С наступающими праздниками! Традиционное награждение достойнейших прошло в торжественной атмосфере. Знаком отличия и почетными грамотами наградили самых ответственных, грамотных, отзывчивых и творческих людей города. Это Валерий Павлович Репин, член общественной организации пенсионеров ветеранов войны, военной службы труда и правоохранительных органов. Тамара Александровна уникальный человек. Я хочу особенно ее поздравить. Я думаю, что вы все присоединитесь к этому. Тамара Александровна, ваша энергия заряжает молодежь. Ваше трудолюбие нас удивляет. И мы не можем рядом с вами не работать так же, как вы. Дай Бог вам здоровья.
и еще много-много творческих лет. Празднично украшенная сцена и пространство вокруг нее преображаются, превращаясь в зал ожидания аэропорта. Никита Евтюшенков с песней «Аэропорт» и в окружении стайки стюардесс ознаменовал начало концертной программы. Красивый зажигательный танец стюардесс в исполнении коллектива современного танца «Каданс» настроил зрителей на новый лад. После торжественных речей и награждений легкость танца радовала глаз. Стали на сцене звездочки из ансамбля «Конфетти». А Евгения Домарева проникновенно спела «Свеча горела». Танцевальное сопровождение коллектива «Макс Классик» украсило номер. Истинное удовольствие доставил танец «Дивертисмент». Неизгладимое впечатление произвел танец «Чеченский» народного хореографического коллектива «Климовчанка». Порадовали организаторы разнообразием композиций. Песни сменялись танцами, танцы не похожи один на другой. Климовчанку на сцене сменил каданс с восточным танцем. Экзотические красавицы творили на сцене настоящее волшебство. Завершали концерт «Дед Мороз» со «Снегурочкой» и песня «С Новым годом» в исполнении «Конфетти». Под нее собрались в хоровод все коллективы, дарившие радость зрителям в этот праздничный вечер.